Дяденька, отдайте мячик, пожалуйста. Дети зло. Что вы сказали? Шаг влево сделай. Чего? Да сделай ты шаг влево, тебе говорят. Еще чуть-чуть. Теперь два шага вперед. Зачем? Нет времени объяснять. Делай, тебе говорят. Ладно. Вот. Теперь проси прощения. Ну, извините, я нечаянно, я больше так не буду. Ага. Принято. Вали отсюда. Ну и как я теперь его достану? Твои проблемы. Я сразу нашел себе друга. Его зовут Женя. Hi. Hello. New for you? Yeah. И ты, Брут. Пить будешь? Угощаю. Спасибо. Боюсь, не получится. Угостить имею в виду, что не получится. Все включено. Но жест широкий, оценила. За счет. Евгений. Нина. Очень приятно. Взаимно. А вот одеты вы не как отдыхающий. А я и не отдыхающий. Я работающий. Интересненько. Аниматором? Всю жизнь мечтал стать аниматором. Но вот как-то получилось, что стал летчиком. То есть тот лайнер, который сейчас за воротами ваш? Мой. Хочешь, прокачу? С удовольствием. Только я не одна. Понятно. Но боливар не вынесет троих. Жалко. А вот мой сын бы с огромным удовольствием посмотрел на остров свысока. Не любите ли вы детей, как не люблю их я? Но, тем не менее, предложение это не отменяет. Спасибо. There is something for you to say, please. Okay. Thank you. Thank you, brother. Извини, где почта? Коля, выходи из воды. Сейчас, мам, только мячик достану. Мой новый друг оказался летчиком. Он предложил мне полетать на самолете. И даже маму согласился взять. Get in. I arrive. Greet me. What for? You can carry it yourself? Excuse me, I'm heavy. Okay. It's really heavy. I know. All friends. Маэстов? Ты? Какими судьбами? Аниматором здесь работаю. Аниматором? Да шучу я. Летчиком на местных авиалиниях. Здесь по островам прыгаешь? Обижаешь. Попадаются международные рейсы. Вон, до Лаоса дотянул пару раз. Наспор. Вернуться не хочешь? Рад бы в рай.
Да грехи не пускают. Ладно, увидимся. Let's go. Девчонки, а не хотите ко мне в экипаж, а? График свободный. Море рядом. Подумайте. А кто это? Аистов. Лучший летчик нашего отряда. А почему ушел? Поехал опытом делиться. Мам! Сгоришь. Что я тогда буду делать? Не сгорю, пусть на пожаре. Так, все, сегодня сидишь в тени. Давай. Ну вот. Купаться нельзя, на солнце нельзя. Называется, к морю приехали. Видела бы сейчас бабушка, как ты с ребенком обращаешься. Молодой человек, хватит с мамой пререкаться. Нос давай. Ну только не нос, ну, мам, ну пожалуйста. Женщина, а нельзя ли воспитанием вашего ребенка заниматься где-нибудь в другом месте, а? А это что, ваш личный пляж? Хотелось бы, но пока нет. А, это вы? Кстати, ваше предложение в силе? Выпить? Нет. На самолете полетать. Силен, но, к сожалению, сегодня не получится. Прогноз неутешительный. Гроза будет. Да? А на небе не облачко. Гидромедцентр не врет. Так, я пойду искупаюсь. Если есть захочешь, в сумке манго и бананы. Все. Ну, мам, ну что ж такое? Что такое? Значит, ты без меня можешь плавать, а я нет? Сиди. На самом деле, мама добрая. Это она так, для профилактики. Понятно. А как вас зовут? Тебе какая разница? Просто. Меня, к примеру, Коля. Поздравляю. Можно я отвечать не буду? Можно. Хотите манго? Сам ешь. Я их не очень люблю. Я тоже. Я их ем ради мамы. Они полезнее бананов. Наверное. Откуда вы приехали? Сейчас кто еще слово промолвит, съест дохлую кошку. А где мы возьмем дохлую кошку? Вот тогда узнаешь. А вы мне не поможете? Не за что. Очень храбрый. По уровню храбрости мы подходим друг к другу. Когда маму увезли врачи, я понял, что нельзя выпускать ситуацию из-под контроля и поручил Жене доставить меня в госпиталь. Женя понял задачу и сразу начал готовиться к полету. Что Женя зовут? Отвезите меня к маме. Не повезу. Почему? Потому что с твоей мамой будет все в порядке. Она скоро будет здесь. Понимаю.
понимаете, мне очень нужно к маме, потому что у нее, кроме меня, никого нет. Если меня не будет рядом, она будет волноваться. Тем более, ее кто-то должен кормить. Она без меня пропадет. В общем, мне очень нужно к маме. Отвезите меня, пожалуйста. Короче, мужчина, во-первых, твоя мама находится в одном из самых лучших госпиталей этой страны. Во-вторых, ее лечением занимаются очень квалифицированные специалисты с использованием самого современного оборудования. Хочу заметить, что уровень медицинского обслуживания в этой стране один из самых лучших в мире, понимаешь? Вот. В-третьих, в госпитале четырехразовое питание. В рацион входят даже свежие фрукты. Ну и в-четвертых, я вообще лечу в другую сторону. Понял? Так что, мужчина. Саня! Сейчас иду. Остаешься здесь, за старшего. Мам скоро прибудет. А мой папа говорил, что к пустой голове руку не прикладывают. And what's this? Two lists from the royal, so forgot it. What do they have in mind? Deliver luggage. You don't need to have much in mind. It's better to have a lot of suitcases. Okay. Put it here. I go to the reception. Okay. Вижу.
беда не приходит одна. Почему мы упали? Обстоятельства, непреодолимые силы. Ну и гравитация еще. Я думаю, вы плохой летчик. Это я плохой летчик, а ты плохой мальчик. Ты вообще как в самолете-то оказался, а? Я же тебе сказал, что я лечу в другую сторону. Вы соврали. На бумажке было написано про город, а не про сторону. Охрененно! На бумажке он, видите ли, прочитал. Да еще и по-английски. Шнурки себе завязывать не умеем, с мамой спорим, взрослых не слушаем, а бумажки читаем, да? Фу. На бумажке прочел. Бумажки. Мама, я хочу то, мама, я хочу это. Да уйди отсюда! Когда я был маленький, мы и в пионерские лагеря, и шалаши, и войнушка во дворе. На бумажке он прочел. Дайте мне. Ну, конечно. И в современных технологиях мы все понимаем, да? Давай сюда. Я хочу позвонить маме. Сначала нужно найти место, где он будет ловить. Потом дозвониться до спасателей. Давай. Не дам. Отдай телефон. Не дам. Я сказал, дай телефон. Не заставляй меня забирать у тебя его силой. А ну стой, засранец! Стой! Теперь найдут! А? А зачем вы за мной гнались? Я бы позвонил и отдал сразу. Так же сами виноваты. Да если бы ты не был таким упрямым бараном! Нас бы уже давно спасатели искали! Тебя бы отвезли к маме, а меня в бар! Вернее, тебя в отель и меня в отель! Нячесть тут теперь! Мне нянька не нужна! Я без вас проживу! Хорошо! Хорошо. Вот граница. Вот. Там моя земля. Там твоя. И не доводи до вооруженного конфликта. А то что? А то... То. Как можно разделяться? Остров, похоже, необитаем. Очевидно, уже не стресс после падения. А еще в нашем самолете оказался целый сундук с сокровищами. Это были женские сокровища. Малой, школу уроки никто не отменял.
Я убедил Женю, что на необитаемом острове надо действовать сообща. В случае признания вами своей вины, я готов на восстановление дипломатических отношений. Я ничего не понял, что вы сказали. Прости меня, пожалуйста, Женя. Я больше не буду ничего разбивать. Конечно, не будешь. Потому что больше нечего разбивать. Ладно, переходи границу. Пойдем осматривать наш остров невезения. Жень, а как мы здесь пройдем? Ну как, перелезем и все. По воде пойдем. Я по воде не пойду. Ну хорошо, пойдем в другую сторону, какая разница, все равно по кругу ходить будем. А почему ты сказал остров невезения? А ты считаешь, что нам сильно повезло? Я разбил самолет, ты разбил мой телефон. Какой сегодня день? Вроде бы понедельник. Вот. Теперь главное, чтобы здесь крокодилы не водились. А вот кокосы хотелось бы. Крокодилы? Откуда здесь крокодилы? Ну, знаешь, теперь я ничему не удивлюсь. Ладно, пошли. Первая задача Робинзона – найти пресную воду. Так считает Женя. Жень, куда мы идем? Ты пить хочешь? Нет пока. У меня с собой есть вода. Вот. Хочешь? А, нет. Вот эту кислоту ты сам пей. Ну, как хочешь. Ну, а что ты будешь пить, когда она закончится? Ну, поищу какую-нибудь речку или ручеек. Речку или ручеек? Ну, вот мы ищем речку или ручеек, только заранее. Ай. Жень, а что мы есть будем? Да здесь можно есть все, что угодно. Вон, все, что на деревьях растет. Да ладно. Вот, смотри. Видишь листик? Вот это можно добавлять в любое блюдо местной кухни. Понял? Смотри. Ну что, вкусно? Стой здесь, никуда не уходи. Угу. Жень, у тебя там все хорошо? Да. Может, помочь? Да. Что-то у меня такое ощущение, что мы тут никакого ни ручейка, ни речушки не найдем. О! Ну-ка, иди сюда. Бутылку дай. Не дам. Давай бутылку. Ну. Зачем? Это же вкуснее воды. Передохнув, мы отправились дальше. Когда нас начнут искать? Тебя не скоро. Все видели, как ты с немецкой семьей в автобус садился. Подумал, что ты с матерью в городе остался. Меня? Ну, может быть, к вечеру хватится. И то не факт. Искать начнут, во-первых, вдоль маршрута, по которому я обычно летаю. А я, когда грозу облетал, сильно от него отклонился. И что теперь? Все теперь. Теперь можно надеяться только на себя и на счастливый случай. Вот, кстати, случай у меня один был. Лечу я как-то... Коль! А? Куда ты денешься с подводной лодки? Ух ты! Етить, колотить, кокосы! Первая задача Робинзона – найти еду. Так считаю я. Поэтому я организовал экспедицию в джунгли. После многокилометрового пути я нашел фруктовую рощу. Женя, между тем, пытался починить самолет. Ну, все-таки стресс после падения еще не прошел. Thank you.
напился? Не запылился? Есть хочешь? Не. Я тебе кокос оставил. На вкус, правда, не очень. Жестковат немного. Но сойдет. Говорю же, не хочу. Дело хозяйское. Где был? Чего видел? Я дошел до скал, там, на той стороне. Угу. Нашел только это. Что это? Не знаю, как это называется. Попробовал. Вроде вкусно. Ну-ну. А тебя мама не учила говорить, куда ты идешь? А ты мне кто? Ты мне никто. Раз уж мы вдвоем на острове, то ты должен меня слушаться. У тебя дети есть? Я что, псих, что ли? Конечно, нет. Оно и видно. Одень плащ. Ночью холодно будет. Мне нужно туда. Сходишь со мной? В кусты, что ли? А сам что, дрейфишь? Днем у тебя очень хорошо получается. Сам иди, не маленький. Давай, давай. Погода портится. Надо найти, где спрятаться. Малой. Малой. Что с тобой? Плохо мне. Пить дай. Пожалуйста. Что болит? Живот болит сильно. Еще тошнит, и голова кружится. Вот угораздил ты меня, а? Кокосов на острове много. Они очень вкусные. А ягоды так себе, на один раз.
А? Проснулся? Полегчало? Доброе утро. Да, не полегчало. Только есть очень хочется. Я тебе там два кокоса оставил. За шалашом лежат. Уже не лежат. Закончились. Закончились. Давай еще сходим за кокосами. Я буду помогать. К сожалению, на земле кокосов больше нет. Придется на пальму лезть. Случай у меня был один. Лечу я как-то из Хельсинки. На бизнес-авиации тогда работал. Девчонки, стюардессы, легли спать, лежат на диванчиках, укрылись. Но делать нечего. Скучно. Я штурвальчик-то на себя тяну и потянул, потянул, потянул. Обороты в минус, вниз. Они как к потолку прилипли, обратно на диван и грохнулись. Вот смеху было. Ты по деревьям-то лазить умеешь? Давай. Ну. Давай. Ногами давай! Давай! Ай! А, блин. Точно. Вспомнил. Я по телеку видел, как на пальмы залезают. Как? Ремень нужен. Ремень? Лучше ты лезь. Ну и как там? Вид прекрасный. Ну-ка, поберегись. Уйди за шибу! Еще хотел спросить, как ты слезать-то будешь? А что там по телевизору говорили? А я там не досмотрел. Уроки пошел делать. Ну, зашибись. Женя заскучал и придумал себе собеседников. Пожалуй, надо морально поддержать его. А то он скоро с деревьями будет разговаривать. Милые дамы, очень приятно познакомиться. Евгений Аистов, командир воздушного судна. Временно бездействую. Дейли, видите ли, по погодным условиям не принимает. Ваше здоровье. Женя сказал, что для полноценного питания нам нужно идти ловить рыбу. Ну, взрослые часто умничают. Я-то знаю, что для полноценного питания нужны шоколадные хлопья. Ну, готовься рыбу принимать. А может я... Не может. Сейчас все будет. Как мясо. Че?
Ну, что ты придумал? По телеку видел. Так индейцы рыбу ловят. Да, все-таки Жене повезло, что на необитаемом острове он оказался именно со мной. Женя! Женя! Поймал! Ты что, поймал? Поймал! Ты молодчага первой степени! Тихо. Смотри-ка, сразу три. Ну что, пошли костер разжигать. Пошли! Да ничего, пустяки. Рыбу чистил, а плавник заделан рукой. Иголки остались. Покажи. Рыбьи колючки нужно доставать, иначе заражение может начаться. Я так один раз в детстве ерша схватил, так рука потом 3 недели болела. Еще в больницу пришлось ехать. Сейчас попробую. Дай-ка нож. Больно не могу. Давай я попробую. Ага, сейчас. Разбежался. Тоже мне тут хирург нашелся. Да я так уже 100 раз делал. Себе и ребятам за нос доставал. Сказал нет, значит нет. Давай ужинать. Вкусняшка. Чего ж так больно-то, а? Ладно. Давай, доставай. Только аккуратней. Что-то меня вообще не улыбает здесь. От заражения крови помереть. Пройдемте в операционную. Скальпель. Спиртовой раствор. Промокни меня. Пошли. Руку. Подожди. Ты что, все вылил, что ли? Дезинфекция. Важнее всего. Ну, плечо вперед. Ну, давай, подбородок убери. Убери подбородок. А давай, можно локти, не только локти бокс. Прижми. Ну, а что тебе еще-то? Сумо, что ли, а? Ну, а карате можно? Ну, давай карате. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стой! Стой, засранец!
Нам пора домой. Мама уже наверняка волнуется. Будем строить плот. Как Кон-Тики, только лучше. На раз вниз, на два вверх. Давай, 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 работай. На раз вниз, на два вверх. Задницу отрывай. На раз вниз, на два вверх. Давай. Так, ладно. Ясно все с тобой. Пошли плот строить. Давай, вставай! Малой, не отставай! Жень, а как ты стал летчиком? Сначала на Анах парашютистов бросал. Потом на тушки пересел. Потом на Боинге, на международной авиалинии. А почему теперь на маленьком летаешь? О! То, что нам надо. Пошли. А все-таки, почему на маленьком? Ты что-то пристал. Уже ни на каком не летаю. Коль, давай веревки режь. Я занят. Малой, водички дай, а. Я занят, не мешай. Слышь, ты вообще помогать думаешь или нет? Я кино смотрел. Там Тур Хейердал плот построил. Кон-Тики назывался. И он на нем пересек Тихий океан. А потом они еще на Ра поплыли через Атлантику. Мы Кон-Тики или Ра будем строить? Давай только вот ты Ра не будешь строить, а? И вообще... Сегодня мы ничего не будем строить. Погода портится. Пошли. Мама мне говорила, что папа тоже летчик. Он улетел далеко, только так и не прилетел. На, держи. Давай. Знаем мы таких летчиков, налетчиков. Навидались. Мама меня обманывала, да? Ну а сам-то как думаешь? Я его плохо помню, маленький был. Он большой был, веселый. Табаком от него пахло. Он меня на карусели брал и на рыбалку. Ну и что, мама потом так никого и не нашла? Был еще дядя Сережа, но только мама его выгнала. Как пить начал, так и выгнала. Ну и правильно сделала, что выгнала. Вот, у меня случай один был. Лечу я как-то из города Парижа. А мой второй пилот, ну совсем еще зеленый, только из учебки. Я ему говорю, ты что так топливо-то мало на борт взял? А он мне пакет из Duty Free показывает и говорит, да нет, командир, нормальный, в самый раз. Ну что, взяли? Поехали! Сейчас оттащу его подальше на глубину. Ты сразу бросай якорь. Дождемся отлива. И прости, прощайте, сам мама. Понял? Да. Давай бросай, я за вещами. Надо было два раза веревкой бревна обвязывать. В следующий раз так и сделаем. Ты лузер! Ты ничего не умеешь! А? Чё? Самолет свой лучше бы обвязал два раза! Может, не долбанулись бы тогда! И башку свою обвязал! Соображать, может, начнешь нормально! Ты чё разорался, а? Спина грыз мелко! Чё за истерика? Сопли подбери! Я тебе не мамочка! Задницу целовать не буду! А, ну, конечно, я и забыл! Телефон-то кто-то разбил. Как ты ей теперь позвонишь, а? Если бы у меня был папа, он бы тебя врезал как следует. За меня и за маму.
Он бы нашел выход, не то что ты. Ага, нашел бы. Папа может. Папа Бэтмен. Я-то хоть что-то попытался сделать. А ты что делал? Советы давал? Да модельки строил. И вообще ваше это интернетное поколение. Вы же нифига не знаете. Ничего не умеете. Вы историю не знаете. Литературу не знаете. Сели на шею к родителям, ножки свесили и болтаете. Только советы умеем давать. Это на меня-то положиться нельзя. Вот-то на тебя можно. Все вы одинаковые. Слова-слова и ничего более. Или ремнем грозить. А вот хорошая идея. Только попробуй меня ударить. Я все расскажу маме и в полицию заявлю. Ага, заявляла. И вообще больше ко мне не подходи, понял? И не подойду. Сам справлюсь. Ага. Справится он. Справляла. Был у нас в отряде один такой. Тоже совсем сам хотел справиться. Уплыть на плоту у нас пока не получилось. Мы с Евгением спокойно обсудили эту ситуацию и решили, что-нибудь придумаем. Два мужика всегда найдут решение. Слышь ты, иждивенец, ты хоть футбол-то умеешь играть? Конечно, умею. Я на PlayStation со сборной Бразилии играю. На PlayStation? Понятно. Ну-ка, давай-ка, тащи-ка тряпок побольше. Ага. Я сегодня буду за сборную Германии играть. Готов? Мазила! Супер Мазила! Смотри! Женя, так нечестно! Теперь я бью штрафной! Ну, давай! Натурили, дурачок! Малой, ладно, ты выиграл! Пойдем охладимся! Я по телеку видел. Там Робинзон один зажег костер из мокрых веток. На корабле увидели дым и спасли его. Ну а что, здравая мысль. Только это должен быть очень большой костер, Николай. Надо забраться повыше, чтобы оглядеть весь горизонт. Думаю, он с той вершины будет в самый раз. Там мы и разведем костер. Ага. Только там и надо разводить. Давай. Давай, 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 давай. А у меня вот друг есть. Давай руку. Полковник ВВС Российской Федерации. Ну так вот, он как-то в Сербии воевал. На мигах еще на 25-х. Женя, давай передохнем. Ну и, короче, вываливается на них четверка миражей из-за тучи. А они вдвоем с напарником. Напарника сразу сбивают. А он, короче, крутится, 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 крутится. Ну, в общем, полчаса не крутился. Смотрит топливо на нуле, ну, переключается на их волну. Кто меня будет сбивать? А он там шампунь. Ну, Игорек, бах, дергает катапульту, фонарь улетает. Приземлился он, короче, в джунглях.
Корабль можно увидеть и за 10 километров. Чем мы выше, тем дальше видим. Угу. Увидим корабль, подадим сигнал. Либо дымом, либо гелиографом. А как он работает? Смотришь в дырочку, наводишь на корабль. Угу. Солнце должно быть вот там. И на корабле увидеть нашего солнечного зайчика? Ага, и на корабле, а лучше всего, конечно, на самолете. Здорово. А давай я вон там встану, а ты мне сигнал подашь. Давай. Женя! Малой! Помоги! Малой, ты где? Женя! Женя, пожалуйста! Малой, ты как ты здесь оказался, сам а? Не знаю! Так, я сейчас тебе брошу ремень. Одной рукой попытайся схватиться, второй держись, понял? Ага. Давай! Я тебя разыграл! Здесь вон какой карниз! Тут стоять, сидеть можно! Очень смешно. Обхохочешься. Давай руку. Малой, смотри. Лодка! Давай! Давай руку, быстрее! Давай, пошли! Похоже, рыбацкая лодка. Местные на таких ходят. Здесь были рыбаки? Может, они вернутся? Вряд ли. Наверное, штормом вынесло. Жаль, весел нету. Ну ладно, что-нибудь придумаем. А на ней вообще можно плыть? Ну да. Вот дырка. Вон. Можно попытаться заделать. Во всяком случае, лодка – это лучше, чем плот. Вот это точно. Сейчас вытащим ее на берег. Залатаем дыры, и тогда можно отдохнуть. А завтра на свежую голову отплываем. Одежды почти не осталось. Чем латать-то? Да я думаю, хватит. В крайнем случае, мою куртку можно использовать. А далеко нам плыть? До километров 30-40. При условии, если мы не заблудимся. Правда, быстро плыть не получится. Поплывем медленно. Ну, поплывем. Правильно. Как сказал один древнегреческий бездельник, движение – жизнь. Этот пропеллер, зачем он нам? Какой в нем смысл? Пропеллер у Карлсона в одном месте. Это винт. А смысл? Смысл в том, что летчик и самолет неразлучны. Самолет – это, можно сказать, лесенка в небо, его часть. А кусочек неба, я думаю, нам не помешает. Не помешает. Пусть. Ну вот и отлично. Так. Вещи и припасы я загрузил. Остались кокосы и весло. Я готов! Молодец, Юнга. Пошли. Женя говорит, что лодка гораздо лучше плота, потому что у нее выше мореходность. Интересно, а летчики разбираются в лодках? Ничего в этом мире не меняется. Мореходность у лодки оказалась хуже некуда. Чё стоишь? Пошли. Да ну! Столько сил, столько труда, и все коту под хвост. Да ладно тебе. Еще что-нибудь придумаем. Новый плот построим. Только теперь чур я говорю, как строить. Да это пожалуйста.
Хочешь, хоть это твой контики построим. Только знаешь что? Бамбука нужно больше использовать. Я тебе в прошлый раз говорил, да, а ты меня не послушал. Теперь слушаю. Ну, бамбука так бамбука. Вот бамбука. Еще бы нам удача не помешала. Here alone. Ты кто? А вы что, русские, что ли? Нет, мы папуасы, местные. Вот сюрприз так сюрприз, здорово! Да, нет на этой земле места, где не встретишь соотечественников. Милый, ты не говорил, что здесь будет песок? Сгоняй за тапочками, быстро. Да, здорово, пожалуй. А вы кто такие-то? Мы единственно выжившие в авиакатастрофе. Точно единственное? Точнее некуда, нас всего-то двое было. Ну, это же дело надо отметить. Ага. Сергей. Приятно, Евгений. Ага. А это моя... Лена. Леночка. Очень приятно. Тони. Приятно. Саврикап. Анусом Анантарат. Ага. Важно, что после буквы Т идет Х. Ага. Но, друзья, зовут меня Аня. Ну, Аня так Аня. А это мой друг, Николай. Здрасте. Здорово, Коль. У вас есть телефон? Мне нужно позвонить маме. Ты понимаешь, я телефон оставил на яхте, но разрядился в ноль. Но ты мне напомни вечерком, обязательно сгоняем. Пожалуйста, мне очень нужно. Не успеешь глазом моргнуть, сделаем. Ну, попозже, хорошо? Слушай, а нет у вас здесь ресторанчик или просто какая-нибудь случайная Макдональдс, а? Ну, извините, не успели построить. А чем же угощать-то будете? Ну, чем? Хотите, вот, кокосами, рыбой вяленой. Вяленая рыба? Гадость. Леночка, люди чуть кони не двинули, а ты хочешь, чтобы они тебе суши угощали? Ну, рыба так рыба, а с нас пиво. Леночка, пойдем. Ну, показывайте, чем богат. Давайте. Прошу, гости дорогие. Вылетал когда, прогноз посмотрел. Отлично. На небе не облачко. В общем, летим. И тут грозовой фронт. Куда от глаза хватает. И не лазеечки. Женя, я хочу писать. Да не вопрос. Вон, весь остров в твоем распоряжении. Ну, я попрошу только не в костер. Если можно, в специально отведенное место. В специально отведенном месте темно. Женя, сходи со мной. Сейчас, иди, догоню. Ну вот, принимаю решение. Иду, Женя, по приборам. Я уже очень хочу писать. Слушай, сейчас приду, сказал. Не перебивай старших. Тут шарах! Молния! Прям в движок. Приборы гаснут. Элероны заклинило. Я пытаюсь штурвал на себя, но чувствую, падаем. И прямо бреешь, и на бреешь. Прошу прощения. Конец первой серии. To be continued. Когда вернусь. Где ширинка-то? Не вижу. Ну что, на старт. Внимание. Слив. Женя, я его узнал. Это бандиты. Сейчас ты будешь бандитом, если накиды мне набрызгаешь. Женя, я в интернете видел, а потом по телевизору. Это экономический преступник. Его все наши полиции ищут. И зарубежная. Надо бежать. Коль, хватит, а.
Ну, нормальные ребята. Богатые. Меня вообще вон личным пилотом обещали на работу взять. Так что сейчас еще по одной и баиньки. А завтра домой. Мне он будет про бандитов рассказывать. Я сам из Люберец. Все-таки, как же приятно встретить таких хороших соотечественников на чужбине. А некоторые маленькие несознательные элементы говорят, что вы бандиты. Ну что вы, Евгений, мы не бандиты, мы просто соотечественники за границей. Это намного хуже. Ваше здоровье. Раз. Два. Аут. Смотришь, товарищ. Где-то там моя Россия. Но тебе бы сурмально не понять. Для этого надо быть русским. Да-да. Я это уже слышал много раз. О, здравствуйте, Евгений. Не правда ли замечательная погода? Петя, однако, что ты будешь делать с этим? Нет человека, нет проблемы, как говорил один великий человек. Что, убить? Ну зачем убивать? Поработает. Годик, бесплатная рабсила. Да, ты знаешь, сколько у меня таких там было? Знаю, знаю. Ну ладно, пойдем поговорим с этим летуном. Че, все что ли? Там в коробке еще есть, принести? Ага, да. Сейчас. Вы что, действительно бандиты? А? Послушайте, мне абсолютно наплевать, от кого вы здесь прячетесь. Мне наплевать на этот остров вообще. Домой хочу, мать увидеть. Но не убьёшь вы меня. А? Вы что, реально способны убить человека? Ты понимаешь? Как тебе? Женя. Женечка, понимаешь, речь идет, ну, я бы сказал, об афере века, понимаешь, о деньгах, о которых ты даже никогда не слышал, понимаешь? Да я не хочу об этом слышать. Вы вас бы век не видеть. Я вообще не понимаю, о чем речь идет. А ты давно здесь-то, а? Здесь на острове. Да. 10 дней. 10 дней. 10 дней. Чего ты улыбишься? Ты же сказал, что остров необитаемый. Мне так сказали в министерстве. Министерство. Зачем? Ага. Зачем им врать? Ну да. Для того, чтобы с меня бабла срубить, понял? Зачем ему врать? Что мне делать теперь с местным населением? Акулам скормить или жертву принести? Кстати, это идея. Телефоны все вырубили? Нас никто не отследит? А как же? Как велено было, я так и сделал. Откуда ты взялся-то, а? Это же мой необитаемый остров, понял? Мой! Я вчера... Весь вечер рассказывал, что мы попали в грозу, разбились на самолете. Да, повезло же мне с соотечественниками. А говорят еще, что русские своих не бросают. А я русский в изгнании. Мне теперь все можно, понял? Это мой необитаемый остров! Я плачу за необитаемость! Значит, я хочу увидеть необитаемость, понял? Не ори, ты и так башка звенит. Да, прости. А где второй-то партизан?
Все писает, что ли? Ладно, жаль, захочет, придет. Ты, кстати, никуда не уходи, ладно? Давай. Пошли. Воды. Воды-то дайте, а? После вчерашнего ужина Женя устал и не захотел меня слушать. Придется брать инициативу в свои руки. Ударом в челюсть я расправился с пиратом и поплыл выручать Женю. Слышь, не спишь? Слушай, я хотел спросить у тебя, а у тебя земли случайно нет? Какой? Какой земли? Какой-какой? Русской. Совсем ты от корней оторвался. Ты знаешь, я здесь подумал, хотя я не скоро попаду на русскую землю, но зато русская земля попадет ко мне. Ты знаешь, я здесь баржу воронежского чернозема заказал. Представляешь, красота какая? Дом построю, тишина, покой. На русской земле картошечку посажу. Хорошо. А с виду вроде нормальный человек. Поговори у меня тут. Значит так, назначаешь часовым. Пойду свои владения смотрю. Если кто будет проходить, стреляй, понял? Тони, пошли. Не спи, художник. Воды. Воды-то дай. О, Коля, привет. А ты куда вчера пропал? Я хотела идти тебя искать, но Тони не пустил, сказал, что я сама потеряюсь. Я спать пошел. Слушай, чё так размалевался-то? Я готовлюсь воевать. Слушай, ну ты не так все делаешь. Я на рекламе спецодежды работала, но с гримёра такое с актером сотворили, что режиссер со страху забыл, что снимает. Ага, сейчас будет совсем другое дело. О, только прости, я с тобой не могу идти на войну, у меня йога. Все, давай, удачи. Женщины странные люди. Все, уходим. Давай быстрее. С помощью бокса и карате я победил второго пирата. Давай, садись в лодку быстро. Вот, Жень, а вы правда летчик? А что, не похож, что ли? Давай быстрее, куда ты побежал? Женя! Привет. Уйди за шабло! Прыгай в лодку! В лодку прыгай! Куда ты? Вернись, Бухари, пока я добрый! Потом тебе не забравать, понял? Чё ты стоишь? Чё ты стоишь? Иди быстрее! Малой, держи! Женя, быстрее, они уже тут!
Запомни! Если будут спрашивать, ты меня не видел, понял? Устал. Ну вот, после всех приключений я наконец-то еду к маме. Что, поговорил с мамой? Поговорил. Она очень обрадовалась. Она думала, что я умер. А ты что? А я сказал наоборот. Даже загорел. Ну и молодец. Как она себя чувствует? Выписали? Выписали. Только она так разволновалась, что ее чуть обратно не забрали. Ну не забрали, слава богу. Судя по приборам, вечером ее увидишь. Женя, какие дальнейшие планы? Думаю, вернуться в Большую Авиацию. Ну, если, конечно, возьмут. У тебя? Ну, думаю, осенью в третий класс перейти. Если, конечно, возьмут. Ну-ка, дай-ка стаканчик. Зачем? За шкафом. Для дезинфекции. Ты бы поменьше это, дезинфицировал. Мама этого не любит. А меня почему это должно волновать, а? Конечно, должно. Я же видел, какими ты на нее глазами смотрел. И в баре, и на пляже. Мама-то у меня красивая. Много ты понимаешь в женской красоте. Ну, мужики на пляже, наверное, понимают. Не только ты один на маму смотришь. Ладно. Не буду. За рулем. Как хочешь. Случай у меня был. Лечу я как-то из Амстердама. А пленных мы хорошо кормим. Мы добрые, потому что сильные. Вот так и закончилась моя первая поездка на море. Главное, что с мамой все хорошо. Что-то так долго не объявляют посадку, что случилось что-нибудь. Прям тревожно как-то. Ну, еще 10 минут. Да? Я полетов боюсь. Страшно. Ну что вы так волнуетесь? Сейчас летать безопасно. Самолеты большие, надежные. Вы сами посмотрите, разве с такими пилотами можно бояться летать? Так, ты все запомнил? Все. Я очень прошу, не забывай давать ему витамины. Хорошо. И аккуратнее на солнце, ладно? Слышь меня? Аккуратнее, пожалуйста, на солнце. Может, я все-таки с вами полечу? А? Ну, куда тебе сейчас летать-то, а? Мы всего на пару дней. Сгоняем туда-обратно. Ну, может, еще в пересменку на острова заедем. О, точно! Давай на острова! Так, никаких островов. Мне прошлого раза хватило. Все, люблю. Аккуратней. Как вернетесь, сразу к маме в Саратов поедем. Хорошо. Обязательно. В глушь. Я вас люблю.
Я твердо решил, что стану летчиком.